Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу у эфиры. У студии Наталья Игнатенко. Добрый день. Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк сегодня принял дело в посяджении коллегии прокуратуры Гомельской области. Главное питание порядку дня – выники работы органов прокуратуры за первые полгода 2016 года и выполнение задач по повышению эффективности прокурорского нагляду. Как означал генеральный прокурор, приоритетными у повседенной работе должны быть питания экономично-правового порядку. А лишь на самой справе шерох разлеженных подчас коллегии тем значно больше. Это и наглядальная деятельность прокурора у относинах до органов криминального проследования и профилактика сирот громадян, которые ведут социальный лад життя, те мают криминальные минулые. У своем выступлении наместник прокурора Гомельской области Геннадий Романюк особливо отзначил, что из-за недопрацовок у этом напрямку зараз означается тенденция росту по особливо тяжких злочинствах больше, как на 13% у поравнании с аналогичным летошним периодом. При этом агульная злочинность по всех напрямках суммарно скоротилася амаль на 11%. Самые значные становчие выники досягнуты по снижению и полной ликвидации дебиторской запозычанности. По поручению президента Генеральной прокуратуры исключительно важным вопросом занимается это возвращение дебиторской задолженности, в том числе внешней. Так вот, Гомельская область – это одна из областей, где есть положительные тенденции в дебиторской задолженности. То есть деньги пошли обратно. Это не может не радовать. Ну и еще немаловажный факт, опять-таки положительная тенденция, очень хорошее обстоятельство, факт, что нет проблем с выплатой заработной платы трудящимся нашим. У Беларуси с 1 жнивня узрасте помер грошовой допомоги по догляде за детьми до 3-годового взросту. Нагадаем, сумма отрознивается у залежности от колькости детей у семьи. Так, 35% среднемесячной зарплаты выплачивается на выхование первого дитяти, 40% на другого и наступных детей. Коли же у семьи выховывается дитя-инвалид, то незалежно от чарговости народжения батькам выплачивается допомога у померы 45% среднемесячной зарплаты. С 1 жнивня выплаты на первое дитя вырастут на 7 рублей 34 копейки у деноминованном выразе и складут больше, как 252 рубли. Допомоги на другого и наступных детей повысятся на 8 рублей 39 копеек и складут больше, как 288 рублей. Допомоги по догляде за детем-инвалидом узрастут на 9 рублей 44 копейки. С 1 жнивня яны будут складать 324,5 рублли. Без скальпеля и разрезов. Белорусские медики провели уникальную операцию по выманию осколка шкла с вока. Пациенту Гомельской областной больницы осколок выдалили проз нос, при этом потерпелое вока удалось заховать. У операции приняли удел хирурги Республиканского центра отоларингологии. Подробности у наступном сюжете. Стеклянный отломок прошел позади глаза и внедрился позади носа в клетках решетчатого лабиринта и основной пазухи. С таким диагнозом у Гомельскую областную больницу доставили пациента со жлобина. Шкляный осколок у правом воку мужчины ледь не дошел до зрокового нерва другого вока. Оперировать треба было як мага хутчэй. На допомогу гомельским хирургам пришли коллеги из Республиканского центра отоларингологии. Часто в таких ситуациях происходит удаление глаза, и инородное тело удаляется через орбиту. В данном случае было принято решение удалить инородное тело через полость носа. Этим самым мы оставили глаз, через который вошло инородное тело, и сделали декомпрессию зрительного нерва, то есть спасли зрение на левый глаз данному пациенту. Сама операция заняла 3 часа. С допомогой эндоскопичной техники медики смогли достать осколок без каких-нибудь разрезов на твары. Зараз пациента перевели у палату. Свое самоотчувание он оценивает как доброе. А день, когда все здарылось, памятая, быцем это было учора. Я занимался ремонтом дымохода в бане. У меня за баней расположен тепличка такая со стекла. И вот одна из ступенек обломалась, лестницы, и я вместе с лестницей упал. Ну, сверху посыпалось стекло и попало за глазницу. У ближайший час мужчину чекает долгая реабилитация. Обновленчий процесс будут контролировать врачи-офтальмологи. Ганна Ковалева, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель» при допомозе агентства «Теленовинов».
Амаль 10 порушенняў хуткаснага рэжыму ў гадзіну рэгіструюць мабільныя датчыкі, якія ўсталяваны на дарогах Гомельскай вобласці. Яны размешчаны на найбольш аварыйных участках, дзе па статыстыцы часцей за ўсё адбываюцца ДТЗ па прычыне перавышэння хуткаснага рэжыму. Іх галоўная асаблівасць – пастаянная змена месца размяшчэння. Мабільныя датчыкі знаходзяцца ўздоўж дарогі і фатаграфуюць парушальнікаў у абодвух накірунках руху. Як паведамілі ў ДАІ, гэтая тэхніка добра сябе зарэкамендавала. И практика выкарыстання мобильных датчиков захаваецца и в далейшем. Все-таки наши водители привыкли к тому, где установлены стационарные камеры. И не для того, чтобы ради безопасности, а лишь бы не получить штраф, снижают скорость именно на этих участках. Проезжая камеру, они снова начинают превышать скоростной режим. Для того, чтобы все-таки приучить наших водителей к тому, чтобы соблюдение скоростного режима стало для них нормой, и используются эти мобильные датчики, которые меняют постоянно свое расположение. У Наролі на мяжы з палескім дзяржаўным радыяцыйна-экалагічным запаведнікам затрыманы браканьер. Лоля рыбы ў строга забароненым месцы нанесла шкоду прыродзе на суму каля 10 тысяч долараў США ў пераліку. Сёлета гэта самы буйны штраф па лініі прыродаховы на Гомельшчыне. Па інфармацыі абласной інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету, за парушальнікам назіралі з тэрыторыі зоны забруджвання, аднесенай да радыяцыйнага запаведніка. А затрымалі ўжо на нараўлянскім беразе, калі той перавозіў рыбу. При подлеку незаконного улову выявили больше за 130 особенно озерной и рачной рыбы, агульной вагой 22 килограммы. Шкода природе оценена у 900 базовых величинь, альбо 19 тысяч деноминованных рублей. Представники Мазырской межрайонной инспекции выкликали на место супрацовника у милиции и следшего комитета. Узбуджена криминальная справа. Он должен будет возместить причиненный природе вред. Ну и дальше суд решает, по этой статье предусмотрены и реальные срока лишения свободы. В этом году выявлено порядка 10 нарушений правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства на территории заповедника. Но таким крупным ущербом дела выявляются нечасто, к счастью. В основном нарушения, выявляемые на территории заповедника, это лов рыбы удочками в местах, где это запрещено, то есть на территории зоны отселения и отчуждения. Глядзіце сёння ў вячэрнім эфіры телеканалу «Беларусь-4» новы выпуск праграмы «Добры вечар, Гомель». Госці студыі – кампетэнтныя эксперты ў сферы абароны правапарадку і правоў непаўналетніх. У цэнтры ўвагі – вольны час і бяспека нашых дзяцей. Асабліва актуальным пытанне становіцца ў летні перыяд, калі ў школьнікаў больш вольнага часу. Хто ў адказе за бяспеку непаўналетніх? Якія дзеянні ў гэтым накірунку робіць дзяржава? Пра гэта і не толькі пойдзе размова ў праграме «Добры вечар, Гомель» сёння ў 19:30 на «Беларусь-4». 21 спортсмен прадставіць Гомельшчыну на 31-х летніх алімпійскіх гульнях у Рыа-де-Жанейра. Пытанне па ўдзелу ў алімпіядзе Рамана Петрушэнкі і Паўла Мядзведзева пакуль застаецца адкрытым. Такую інфармацыю гомельскім журналістам паведаміў сёння на прэс-канферэнцыі начальнік управлення спорту і турызму гомельскага аблвыканкама Дзяніс Язерскі. Летнія алімпійскія гульні пройдуць з 5 па 21 жніўня ў сталіцы Бразіліі. Беларусь на галоўных стартах года прадставіць 123 спартсмены. 21 з іх з Гомельшчыны. За медалі нашы землякі будуць змагацца ў веславанні, плаванні, баскетболі, барацьбе, веласпорце, лёгкай і цяжкай атлетыцы. Пытанні па ўдзелу ў алімпіядзе весляроў Рамана Петрушэнкі і Паўла Мядзведзева пакуль застаецца адкрытым. Як нагадаў Дзяніс Язерскі, мужчынскую беларускую каманду па веславанні адхілілі ад алімпіяды ў Рыа з-за падазрэнняў ва ўжыванні мельдонія. Беларускія спартыўныя функцыянеры обяцалі, што працягнуць барацьбу за зборную да апошняга. На сённяшні дзень Нацыянальны алімпійскі камітэт абратился в высшы арбітраж в Женеве. Я думаю, што вопрос нескольких дней – это последний, скажем так, шанс, который мы, я думаю, должны использовать в обязательном порядке. Но пока готовится 21 спортсмен, они готовы. Кто-то на сегодняшний день уже выехал на предолимпийскую подготовку с последующим вылетом в город Минск. Кто-то еще находится, значит, на местах, либо на базах, где проходит подготовка национальной команды. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенко. Да новых сустрэч у эфіры.